Для учеников школы номер 41 учебный год начался с разговора о большой химии, как о науке, направлении бизнеса и, возможно, будущей профессии. О том, какие перспективы дает знакомство с химией, с детьми и их родителями говорили представители Тольятти Азота 1 сентября. Очень важно ориентировать молодых людей уже в этом возрасте, побуждать у них интерес к химии. Химии как науки, которая имеет очень серьезные перспективы, имеет будущее. Поэтому взаимодействуем со школами, и с колледжем, и с высшими учебными заведениями. Приветствуя на торжественной линейке школьников, родителей и учителей, Иван Викторович отметил сильный педагогический состав школы-партнера и от имени компании вручил директору благодарственное письмо и подарочный сертификат на приобретение химических реактивов. Напомним, в начале нынешнего года директор школы номер 41 Олег Давыдов стал победителем конкурса «Лучший учитель химии» по версии Тольятти Азота. Планы, как всегда, грандиозные. Мы очень рады этому сотрудничеству. У нас очень интересные уже получаются результаты в рамках нашего взаимодействия. И я полагаю, что мы продолжим проводить те мероприятия, которые у нас долгосрочно запланированы вот в этом направлении. С Тольятти Азотом связана учебная программа и еще одного учебного заведения города – Тольяттинского машиностроительного колледжа. Здесь наши корреспонденты тоже побывали в первый день сентября. Главная новость – старт сотрудничества учебного заведения и нашего завода. Тольяттинский машиностроительный колледж, начиная с 2018 года, будет готовить для ТУАЗа специалистов трех технических направлений. В августе месяце мы провели переговоры с руководством Тольятти Азот по поводу совместного обучения и подготовки специалистов для вашего предприятия. Специальности, которые мы сегодня с Тольятти Азот собираемся осуществлять совместное обучение, это автоматизация производства, это монтаж и техническое обслуживание промышленного оборудования и техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования. Вот пока на сегодняшний день у нас как бы предварительная договоренность по трем направлениям. Но я думаю, что это начало, дальше мы будем расширять спектр, потому что колледж готовит по 13 специальностям специалистов. Директор Тольяттинского машиностроительного колледжа готова расширить спектр сотрудничества с ТУАЗом. Тем более, что опыт такого рода у СУЗа уже есть. Он несколько лет готовит специалистов для тольяттинских и иностранных компаний.